Танцы, которые превращают мечты в реальность, снова с вами. Новые герои столкнутся на одной сцене лицом к лицу и сразятся за звание лучшего танцора полуострова. На ваших глазах откроются главные интриги и тайны закулисья. Я лучше танцую, чем Влада. Я хочу танцевать. Ты понимаешь, что наше выступление было в этом роде? У меня не получается. Кого выберет жюри? Кому отдадут свои смс-голоса телезрители? Чьей мечте так и не суждено будет сбыться? И кто станет лучшим? Каждую субботу на телеканале Крым. Танцы на ТВ. Необычные смелые образы, новые тенденции этого года, яркие тренды макияжа, модные советы от специалистов и непредсказуемые решения жюри. Впервые на телеканале «Крым» шоу о красоте и стиле. С «Fashion is my profession» вы узнаете, кто станет лучшим профессионалом в сфере моды. И самое главное, именно вы можете повлиять на судьбу наших участников. Встречайте весну с «Fashion is my profession». Очень приятно, я очень рад, что вы здесь сегодня собрались, чтобы послушать хорошую, живую музыку. Сейчас хочу пригласить на сцену участников проекта «Моего Карадах». Это Наркет Рамазанов, флейта. Мой друг, мы с ним уже почти всю Европу объездили, еще в трио. Жалко, сегодня Рустема нет, он с дедюлей на гастролях, сегодня как бы не получилось у него приехать. Но есть и другой, не менее талантливый человек, который, в общем-то, со мной уже тоже играет, и мы на Коктебель джаз, на Blue Bay джазе в Коктебеле выступали с ним уже неоднократно. Это Айдер Аширов. Thank you.
Thank you.
Думали, сегодняшний час будет. На самом деле, да, вот так вот получается. Но как у одного гитариста не получилось, говорит, скажите, а как вам моя последняя композиция? Я очень надеюсь.
Вы знаете, мне кажется, вот здесь вот выступали инструменталисты. Очень действительно серьезно, да, ребята? Пожалуйста, я сюда приглашаю моих музыкантов, которые вот родились под эти ноты, гитары. Это вот. Еще одного нет. Один еще там это скипинг. Гульмира, Сали, Герай, Лена. Они также поздравляют тебя с этим праздником. Это мои дети. Официальное признание народного артиста Украины. Гульмира Измайлова. Благодарю жену, которая здесь сидит в зале. Я очень благодарна, потому что на самом деле без него у нас этого ничего не получилось. И вам спасибо. Всем спасибо! Всем спасибо за то, что вы пришли, за ваши улыбки, за ваше настроение. Нам было приятно. Приятно не только здесь, даже там. Слышать, как вы хлопаете, как вы улыбаетесь, смеетесь. Всех благ! До новых встреч! Танцы, которые превращают мечты в реальность, снова с вами. Новые герои столкнутся на одной сцене лицом к лицу и сразятся за звание лучшего танцора полуострова. На ваших глазах откроются главные интриги и тайны закулисья. Я лучше танцую, чем Влада. Я хочу танцевать. Ты понимаешь, что наше выступление было в этом году? У меня не получается. Кого выберет жюри? Кому отдадут свои СМС-голоса телезрители? Чьей мечте так и не суждено будет сбыться? И кто станет лучшим? Каждую субботу на телеканале Крым. Танцы на ТВ. Необычные смелые образы, новые тенденции этого года, яркие тренды макияжа, модные советы от специалистов и непредсказуемые решения жюри. Впервые на телеканале «Крым» шоу о красоте и стиле. С «Fashion is my profession» вы узнаете, кто станет лучшим профессионалом в сфере моды. И самое главное, именно вы можете повлиять на судьбу наших участников. Встречайте весну с «Fashion is my profession».